Всем привет! Не так давно на канале Ивана Андреева вышел ролик с дегустацией подаренных ему знакомой напитков из Абхазии. В общем, Иван попробовал их и потом отдал мне, сказал, чтобы я записал ролик с их дегустацией. Вот я же думаю, а чё ж я такое плохое сделал Ивану? Ну, сказал, бери, отдал. Что делать? Придется пробовать. Я приготовил водичку. Здесь поставил ведро. Так, ну что, с чего начнем? Коньячная настойка 40. Бальзам 38 градусов Цельсия, все как обычно. И тутовая чача 60 градусов. Господи, прости. Ну давайте начнем с бальзама. Я не знаю, чем я так провинился, что меня заставляют это делать. Пробки, конечно, ужасные. Страшно даже штопор в них закручивать, а? Ё-моё, а пробка-то начала рассыпаться уже. Это что ж туда налили? Что пробка рассыпается? Я уже боюсь. За что мне это? Бальзам 38. Ух ты, как конфетками пахнет. Настоящий ароматизатор. Барбариска. Цвет только не подходит. Кто-нибудь видел коричневый барбарис? Какая-то херня там плавает. А, ну это ж пробка начала сыпаться от химического состава. Значит, запах. Ароматизатор. Барбарис. Спирт, ректификат. Ну, и такой сладкий-сладкий запах. Псевухи нету. Может быть, выживем. Пробуем. А сахара напихали. Такое ощущение, что взяли конфету, растворили. Сладкое, ужас. И вот прям конфета, конфета и все. Какой бальзам? Чё бальзам? Где бальзам? Когда настойку или напиток называют бальзамом, я думаю, там должны какие-то травки быть, специи. Ужас. Ну, я думаю, отравиться этим не отравишься, но... Вы знаете, куда этот напиток пойдет. Неприятное такое химическое ощущение во рту. Настоящая химия. Так, следующий напиток. Коньячная настойка 40 градусов Цельсия. Как красиво раскрывается ароматизатор миндаля. Это такой приторно-сладкий химический запах. Ну и спирт, ректификат.
чего тут коньячного? Ни малейшего намека на дуб, ни на бочку, ни на брусок, ни на что вообще. Химия, химия, и все. Пробуем. Сладкая. Сахарный колер. Сахар. И вот этот ароматизатор такой. Мощный такой, химический. Кстати, 40 градусов тут близко нет. Градусов 35. А то может и меньше. Ух, чудо абхазских мастеров. Сладенький такой, пахучий, ароматный. Классный такой продукт. Для пьяных туристов, которые возят на УАЗиках, они там орут, сверху визжат, им уже хорошо. Что-то такое им заливают с горла в бутылки полторашки. Обалденно. Весело, пьяно, сыто, классно. Ужас. Я не буду это допивать. Сладкая химия во рту. Так, ну и следующий. Я уже предвкушаю, что это самый ужасный напиток будет. Тутовая чача 60 градусов. При вскрытии пробка провалилась внутрь. Зеленая, мутная. Какие-то хлопья плавают. Ужас. Что я такого сделал плохого для Вани, я не знаю. За что он так со мной? Фу. Какая ацетон. Фу. Клей момент. Размазанный по целлофановому пакету. Фу. Господи, как это можно пить, а? Вы что делаете? Шато Бомбора. Фу, я даже нюхать не могу это. Ну ладно, раз Ваня хотел, наверное, смерти моей, что делать? Значит, где-то я что-то накосячил. Будем пить. Вернее, пытаться пить. Фу. Слушай, это надо пить, не нюхая. Это, наверное, не надо пить. Но меня заставили. О, у меня аж метелики в глазах пошли. Фу. Спасибо, Ваня. О, господи. Это ж ужас. И на вкус. Вот этот ацетон. Этот клей момент. Еще и трава какая-то. Слушайте, по-моему, раньше вонючий самогон, это не такой противный был. Мне кажется, он был противный, там была своя противность. Это что-то новое. Фу. Самое интересное, что там, где там тутового? Я вообще не понял. Как это можно пить?
Вы что делаете, а? Фух, ужас. Я говорю, принеси вино, в холодильнике стоит. Затем. Запить это говно. Иди отсюда. Ужас. Не пейте эту гадость. Я вас прошу, если вы хотите выжить или сохранить свое здоровье, вот это пить не надо. Божественно. Ой. Господи, как хорошо. Я выжил. Будем надеяться, что будем жить. Всем пока.